Систан. Страна 120-дневных ветров является отличным местом для производства возобновляемой энергии. А здесь одна из крупнейших электростанций на юго-востоке страны типа ветряных турбин. Турбины, которые вы видите на снимке, из трех частей состоят: борж на высоте 85 метров и, в конце, паруса из хаб к насель متصلмиш. Эти турбины, каждая 2,5 мегаватт мощности. Ветряная электростанция Милнадер в регионе Систан представляет собой ветровую ферму, которая будет введена в эксплуатацию в 3 этапа и с ротационным запуском турбин, и будет вырабатывать более 1000 мегаватт электроэнергии в год, подавая ее в национальную энергетическую сеть. در محل سایت میل نادر در زون انرژی شرق کشور هستیم با وسعت زمینی بیش از 17000 هکتار و ظرفیت تولید بیش از 1000 مگاوات قبل از اینکه احداث این نیروگاه شروع بشه هیچ گونه امکاناتی اینجا نبود با شروع احداث این عملیات این نیروگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم 500 نفر سالزایی ایجاد شده надлежащее коммерческое расположение, закупка энергии государством, большие территории и наличие крупнейшего ветрового коридора в стране, вдобавок занятости, создают отличные предпосылки для экспорта ветровой электроэнергии в соседние страны. В следующем году в эксплуатацию будет введена первая очередь ветряной энергетической установки Милнадер мощностью 50 мегаватт. Мы – محل احداث نیروگاه بادی میلنادر، شهرستان نیمروز.